Старт Потукинг. Черный миф. Вуконг. Так, я в четвертом акте. Поздравьте меня. Я прошел как минимум половину игры. Мне сказали недавно, мне, по-моему, сегодня кто-то сказал, что вот время, которое я потратил на три акта, за это время уже прошли полностью игру. Ну, этот человек. Я свои реликвии поменял. Так, что мне нужно сделать? Мне нужно было вернуться... Ага, мне нужно было вернуться в два места. В два места. За наградой и за наградой. Тут чел сидел, которому я кольцо нарисовал, мне сказали, вернись к нему, забери награду. Какую, блядь, награду? Куда вернуться? Стрим в поддержку слепых. О, да, точно. Супер. Конечно же, байчу, да. Именно так. Игра кал, поэтому ничего не теряем. Вы сами просили меня эту игру стримить. Сдай квест с лисой челу в начале Долины Наслаждений. А, квест с лисой, блядь. Самое забавное, что эту игру пиздец просили постримать, когда сделал голосование. Она выиграла с большим перевесом. А я думал, что мне эта игра вообще не будет нравиться, я вообще не хотел играть. Короче, самое забавное, вначале, наоборот, я не хотел эту игру пиздец играть, я прям сильно не хотел. Но все хотели, чтобы я ее постримил. И с каждым стримом наоборот. Я только ее больше хотел играть. А челам она меньше нравится. Ну сами виноваты, нехуй. Так, награда будет. Наконечник для посоха. Наконечник копья Чубая. Сейчас посмотрим. О, там новый посох. Копье Чубай. Стоп, еще тут какой-то посох появился, подождите. Шипастый посох, предугадав атаки врагов, избранный в течение короткого времени, накапливает очки концентрации. О, а это я могу скрафтить прямо сейчас. Избранный включает в серию быстрых атак, приемы боя с копьем, усиливая удары стиля выпадов. Удары стиля выпадов, я же его не использую. Все, просто пошли дальше. Да. Буду искать уже посох на криты. Все, год дальше, четвертый акт. Объявление ко всем работягам Доты 2. Открылась вакансия рабочего на скинозаводе. Обязанности значатся. Первое. Заходить в ивент Эпик Лута каждый день на протяжении осени и получать халявные предметы в скиногенераторе каждые 2 часа. Второе. Улучшать скиногенератор за шестеренки, чтобы скины были дороже. Третье. Работать на конвейере кейсов и открывать их за шестеренки. Там много чего интересного падает. Кейс открыть стоит 10 шестеренок всего. Нормально получается. А шестеренок этих вам отсыпят аж 1000 штук на первой же смене. По обязанностям все. Подать заявку на работу мечты можно по ссылке в описании. Пока места есть. Очередной Боров. А, блядь, какой... Чё за пиздец? А, там, это микрочел превратился тоже в Борова. И меня превратил в Борова. Не хочу быть Боровым. Фу. Зачем ему камень носить на шее? На животе. В данном случае. Можно брата превратиться в обезьяну, всех убить? Что за бред? Да, китайская мифология очень интересная. Плюс босс. Йо, 二位贵客, 怎来的这般迟? 你们家夫人这次又没来吗? 夫人碍于身份, 不便在下界露面, 但她心里一直记挂着各位, 特差小的送来这份薄礼。 夫人说了，盼仙姑早日康复，早日上天一叙。 Супер интересно. 夫人未来实是可惜，我们可是备了一出好戏要唱，专意等了这许久嘞。而今礼被偷了。
人被杀了，不如拿你两个顶缸吧。我们不过是办事的下人，奶奶这是扯什么笑话呀？猪八戒，我知你生的丑，怕见人，但也不用要，顶着另一张猪脸哄我母亲吧。Понимай бы хоть что-то. Я думал, я в Dark Souls'ах ничего не понимаю. Я думал, что когда я играю в Dark Souls, то я ничего не понимаю, что происходит. Но нет, я как же был неправ.都做野妖精了，还有脸提什么青玉？我说呢，原来你就是那蜘蛛精的小辈。罢了罢了，叫我一声好叔叔，老猪给你几分面子，去那破洞里见见故人。你乐意去也好，不乐意去也罢，可不由你了。фу, блять. Битвы во рау, иди во рау. Мерзкий босс. Вроде изи. Вроде супер изи. Я вообще не чувствую. Ай. Ай. Все? Это был босс? Добивай ее! Фу! Кавана попал? Хуйте! Вы, эти кунчу! Пили ренпи, чуали ренпи! Я только эти дом инсун гоу да! 是是是，哪比得上你天蓬元帅光明正大？那一位的尸身，我估摸着还没凉透呢。你这就又找了只仙猴子拜作师兄了？放你娘的屁！叫你母亲早早出来求饶，叔叔念你年少无知，留你一条贱命。实话与你说，东西就在盘丝洞里，若是怕了，就赶紧逃吧。你儿子便怕。这破洞，只有我一次给他铸平，看你们一窝再去哪里藏。Проверю, закрыл ли я дверь. Да, на всякий случай. Крупица золотого дерева, материалы, ядовитая шевелюра. Фу, мерзость. Мне вниз. Стоп! Что у меня со здоровьем? У меня здоровье неполное. Что с текстурами, блин? И чё? Как я переживаю. Конечно же, обезьяна могла умереть.
Опять прикол. Как удобно, никто не может забрать у него его оружие, потому что оно у него просто появляется в руке. Я так понимаю, так из прыжка здоровье не восстановит. Сейчас проверим. Да, такие восстанавливают, а с прыжка нет, походу. Сюжет игры такого, понятно. О, тут босс. Получай. Ну и чё? Так, он меня сейчас убьёт? Спокойно. Было изи. Эфирский маг. Я не знаю, сколько мне нужно заплатить денег, чтобы я начал заново Ведьмака играть, при условии, ну да, чтобы я его полностью прошел, потому что, ну, капец, начинать заново очередная игра в плейлисте на ютубах, которую я не закончил. Кто там разговаривает? Во что-то игра превратилась. Как это играть? Кто разговаривает со мной? Таси! 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 Пиздец. Таси! 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 Ты кто вообще? Тинь-шо, литов цанжи будолял да бау. Ловушка? Неожиданно. Я опять запутался, кто я и где я. Откуда я пришел, где я был, где я не был. Так, если я открою сундук, на меня набросятся, да? Ну явно же. Не все так просто. Не дадут же мне просто так забрать сундуки. Ладно, я открываю. 4 сундука. Найс. Бутыль богини реки Сян. 8 бутылок аж. Легендарная. После использования бутыли ваше сопротивление огню ненадолго увеличивается. При этом вы получаете полную защиту от лавы. Явно нам эта локация, наверное, пригодится. О, тонкая золотая нить. Я могу скрафтить новые доспехи. Хуя есть тут сокровищ? И? Улучшенное женьшеневое дрожжевое лекарство. Все. Бесплатно? Меня даже не отпиздили? Ну, я много залутал, я доволен. Так, у меня уже куча разных добавок, напитков, надо все за костром почекать, интересное. Ну, тут, по-моему, невозможно в этой локации не пропустить чего-то. Я по-любому что-то пропущу. Куда еще мог пойти? Я там еще вниз мог пройтись? А тут что, блин? Куда я пришел? Я это место никогда в жизни не найду, где я сейчас нахожусь. Я не знаю, где я. Кто-нибудь отличает этих китаянок, которых мы встречаем? Они... Это одна китаянка или это разные? Вроде это разные. Страшно. Я справился или что? Хватает ли у меня этой штуки? Тонкая золотая нить. Хватает. После использования навыка душ или артефакта атака значительно усиливается на короткое время. Нанося криты, одерживая победу, вы получаете небольшое количество ци. Короче, по идее, это супер круто прям. Так, по идее, теперь у меня комбинация нереальная, ну, по ДПСу. Я постоянно делаю этот удар душ, который у меня часто делается. Он еще чаще делается из-за того, что после критов я получаю больше этого количества ци для удара душами. И после использования навыка душ я получаю, я наношу больше урона.
И при этом у меня еще больше очков концентрации. Ну, получаю от атак в итоге. Потому что бью душой чаще и постоянно. Короче, ну, по идее, комба должна быть нереальная, по идее. Как на практике, не знаю. Куда я пошел изначально? Я пошел вправо? Насколько урон увеличил, интересно? 115! Ого! Это ненадолго, да? Насколько, интересно. 115 после навыка душ. До сих пор длится. Секунд 15 он длится, даже больше. Уже секунд 20. Секунд 20. Так, а здесь я был? Если 115 на секунд 20... Каждый раз после использования навыка души, то есть у меня по дефолту урон 94. А, кстати, у меня и так большой урон. Подожди, что он такой большой? А, ну я понимаю, почему. Я два раза покачал урон, и дух мне дает 10. То есть у меня 94, но по факту у меня будет постоянно 115. Потому что я постоянно юзаю навык душ. Короче, круто. Выглядит как босс-файт. Мне не страшно, думаю, с первого раза. С первого раза на изи, на изи. С первого раза на изи. А я не могу убить ее, блядь! Ай. Ай. А, понятно, понятно! Хорош! Найс хитбоксы, Бабадзаки! Будь ты проклят! На, тварина. На! Отстань от меня, сука. Что такое? Это что такое, блядь? Ах ты тварь! Да вроде есть. А, я не буду рисковать. На. Не читы, не читы, не читы, не читы. Не читы! Как охуенно этим уродом быть! Не читы! Ну я там почти умер разок, когда она на меня каких-то... этих самоубийц натравила. Какие-то эти, как из Старкрафта 2. Как они назывались? Бейнлинг? Или как? Это тоже был дух, блин? Немного повышает скорость передвижения. Вот насрать вообще. Было изи. Ты жив? Большое яйцо какое-то. Страшно. А кто-то живет? Опять лошадь? Что с тобой? Хаба, сон сяо си тен, джан джан лай дао пан си линг. Мудрости Стоглазого. Стоглазый это небось паук. Шей чжи та би гуан бу джен, хай ба во чжуо джин дон лай. Во тинг шо, нэй чжи чжу джин да дуо ру ланг си ху. Ке нэн, чжэн ши во чжэ бан джин дуа. Они будут рады столь мясистому мужчине, блять. Надолго хватит. Джин ри, до куй хоу жюн ди. 若非你一路相救啊，我怕是回不成火焰山了。
Так, мощные атаки, на которые расходуется очко концентрации, наносят дополнительный урон в зависимости от оставшегося запаса здоровья врага. Звучит прикольно. О, все, 20. Мощный удар 4. Куда мы идем, блять? Опять какой-то костер. Куда? Пошел вон. Очередной фиолетовый листочек. Можно его снять? И че? Чего я добился? Так, сейчас пойдем по гайду босса искать какого-то. Костер вверх ямы, бежишь прямо, где на тебя прыгает богомол. Здесь направо и по левой стене метра 3-5 будет спуск. Прямо это назад? Где на тебя прыгает богомол. Откуда на меня должен прыгнуть богомол? Прямо, прямо, прямо. Что такое прямо, блядь? Что ж такое прямо? Вот это богомол? Да, блядь, как же он бьет больше? Я предположу, что это богомол. Возможно. Вот это яма? Может быть это, да? Короче, я просто пробегу. Но там вверху какой-то пиздец. Это походу босс, да? Это все один босс? Странный кокон. Там сейчас кто-то оттуда вылезет. Ну давай. Ну, у меня сейчас очень сильный герой. Я сомневаюсь, что кто-то сможет одолеть. Получай. Вообще не чувствую. Бам! Вообще не чувствую. Как же легко. Бам! Вот это дэмэдж! Вообще, вторая стадия? Ну давай. А, он убежал просто? Я думал, вторая стадия. Что боссы стали совсем прям супер легкие, все боссы с одной попытки. Настолько я сильный уже. Но играть стало совсем легко, я даже толком нигде не умираю, мне никто не коцает. Мне кажется, у меня сейчас реально много брони. У меня сейчас большой урон, достаточно. То есть единственные сильные боссы, которые могут быть, учитывая какие навыки у героя, это какой-то босс с неуязвимостями, которого нельзя бить, который сам тебя постоянно бьет, сильно бьет, а которого ты не можешь в ответ бить. Это единственное, что может меня остановить, грубо говоря. Это чё? Правая рука Будды. Что это? Ну вот. Какой-то дурацкий босс. Если это можно назвать боссом. А я правильно понял, что вы отошли от концепции про то, сколько вообще месяцев. Или это изначально кто-то говорил, и что это только один месяц. А то, что Тони Микс это хит раз в этом месяце. Ну вот дебильный файт, я его не понимаю. Просто эту дурацкую руку бить.
И где она? Это чё ещё? Фу! Мне надо очищающий порошок. О. Мерзость. Все? Ну, какой-то мерзотный, непонятный босс. Ночной было изи. И опять убежал. Половина боссов в этой игре просто от тебя убегают. Ты их не добиваешь, они просто убегают. А, не, убежал. Умер. Ну, наконец-то хоть кто-то умер. Нет, убежал, блядь. Нет, умер. Нет, убежал. Нет, умер. Нет, убежал. У него хвост, это рука. Правая рука Будды. Лу, я помогу тебе пухало. Чё рэньи, чё джинан. Хоумин. Сам чё кэпин бэншиба. Она специально так рассчитывала, чтобы проход появился, чтобы мост сделать. Вот тут верим. Чохоуц. Нишо. Чешан лингвай де шиди. Чужин шишам янда. Помолчи. Блять, ты в очко добишься. Ты пол Локи даже не зачистил. Реально, да хуй еще. И еще ты, блядь, нашел домик гномика, чтобы золотые статуэтки продать выгодно? Чел, долбится в очко твой батя. После этого появился ты и начал такую хуйню донатить невозможную. А я правильно понял, что вы отошли от концепции траты 100 бачей в месяц? Нет, просто мне ничего с них теперь не достается, грубо говоря, ну практически. Все уходит на так называемый контент. Ну, может быть, в ближайшем видосе кое-что и достанется. Есть одна идея, хотя, ну, вряд ли. Или это изначально где-то говорило, что только на один месяц будет? Нет, просто сейчас эти все средства уходят на оплату создания контента, то есть то, что было вот... Ну, короче, не буду спойлерить. Ближайший видос, это буквально будет, наверное, в ближайшие дни. Увидите сами, что там было оплачено, на что деньги уходили. Так, ну там еще был мост какой-то, я пошел не на мост. Куда я, блин, пошел? А что на мосту было тогда? Да блин. Свинтуса загипнотизировали? Или что, если не так? Таси, 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 Таси. Куда я пришел, блин? Почему я на мост не пошел? Как я к мосту вернусь потом? Это все паучихи? Какая хуйня. Мы не будем жить.
Сколько тут этих сестер? Мне надо всех победить? Это все паучихи? Надо всех убить? Это уже их пятеро? Вот четыре, там еще одна была. Мне, конечно, сюжет этой игры утомляет, я не могу воспринимать его. Ну что за чушь? Хватит! Хватит! 0 на 10 лор, 0 на 10 сюжет, 0 на 10, 0 на 10, 0 на 10. Ого, это сколько денег? Добавишь в топ донатеры. Надо после стрима. Сейчас на стриме, очевидно, неудобно считать это все и проверять. Твои средства весьма кстати, учитывая, что я, кстати, залился, по-моему, оба раза в тех слотах, что ты просил. Когда ты попросил Bone Raiders, я проиграл 10 тысяч долларов в Bone Raiders. Когда ты попросил Rip City, я проиграл с бонусной ставкой 5 тысяч долларов по 20 скобочках 60. И бонуска даже не выпала. Так что эти стока весьма кстати. Чтобы небесный удар наносил урон в зависимости от того, сколько очков. Не знаю. Чё бы вкачать? Какой у меня сейчас посох? Хитиновый. У меня появился шипастый, у меня есть копье Чубай. Тут ничего. Тут все так же ничего. Та-дам! Скала забвения, у меня на 6-й костер. И пройти до моста. Теперь я на дне ямы. Не, ну локация просто пиздец, просто мечта. Им нет числа. Подожди. Сори, без слотов тогда. Я не прям верю на 100%, что это повлияло. Сегодня буду слоты сам выбирать, значит. Не, ну по-любому кто-то еще задонатит, подскажет, что сыграть. Блин, по этим пещерам лазить это с ума сойти. Как же не хватает карты? Они реально не вставили в игру карту? Сделав такие лабиринты? Какой-то пиздец. Почему нет карты? А, подожди, у них на мостике вот эти штуки. Ясно, найс. Бам! А, я не могу душу взять, пока они махают на меня клешнями. Первый раз умер за сегодня, если я не ошибаюсь. Кстати, этот мост на самом деле выглядит надежным. Если честно, я бы по нему прошелся. Так, попробую просто пробежать. Пиздец. В последний момент. Ну, блядь, почему? Здорово. Живой? Ну да, живой, браток. Ну да, промах. Ё-моё, да. Да это пиздец, ты рофлишь! Уяуин! Уяуин!
Яоин. Костер. Ну что, мертвый лунь, давай драться. Это ты мертвый лунь? Это он. Суангуа де Юэн сенсэнь, ляо ши ру шэн. Может, мне тоже такое оружие вместо посоха. Красиво. Как называется, глефа или как? Сянфу, вэй чэн чэн чу чин эр си. Я, по-моему, не так. Желтый лун. Думал, это мертвый лун. К бою. У Яоин. Мэйлэнни. Бэнэн ляо чуэ инку. Я думаю, это я тебя убью. Понятно. Бам! У Яоин! Бам! Он сильный, кстати. Ой-ой-ой. Спокойно. Ай-яй-яй. Как его ударить? Можно я ударю? Бам! А, да не бам. Ого-ого-ого. Тихо. А он мощный. На, тварына. Ебать! Ваншот? У Яоин! Я впечатлен. Это был сильный поц. На, сука. На! Отведай, соли. Или я сейчас отведаю. Живи, говно. То, что много фласок меня спасает. Ой. Я не могу запомнить, когда он атакует. Да не, ну ты гонишь. Я не понял. А потом как понял? О, это сильный босс, да? Нихуя себе. Как взрослый человек, я признаю свою ошибку и извиняюсь за свои донаты. У меня не было цели оскорбить тебя. Я твой фанат. Можно мне доступ в дурку? Сингличат. Это работягу типа? Нет, а как насчет увидеть офигенную ч своими глазами? Да, но видос это... Позырить на Ring Girls и мха. Вау, позырить на Ring Girls. Ого, вау. Серьезно? Блин, ну как на это ответить? Позырить на Ring Girls. Ты что, женщину никогда не видел? В бикини или что? В чем? Что вообще там смотреть-то? Да им всем, в принципе, за 30 лет, этим Ring Girls. Они там уже давно работают. Да и в любом случае... Ты рофлишь или что? Я в одном из последних видео, грубо говоря, видел одновременно, сколько там было этих девок. 16, как 16 Ring Girls. Ну окей, не все прям такого же качества, но как минимум, допустим, 8 из них, ну, качество Ring Girl UFC. Не хуже. И что? В одном из последних вот своих видео, которые я записывал. Ради этого ездить куда-то. Просто как видос, вот что там снимать? Как ты сидишь, смотришь на это? Вот это снимать?
Там даже ничего слышно не будет, там даже разговаривать невозможно, потому что там шумно, пиздец. И что, собственно, снимать? Реакцию на что-либо? Вот так не будет никакой реакции. Мне что, фейковать реакцию или что? Я не люблю таким заниматься. Просто мне в целом было бы некомфортно в толпе людишек, я ненавижу находиться в толпе. Снадобие защиты зла, антишоковый, дрожжа укротителя, отвар долголетия. Давайте это все вместе использовать, потому что босс непростой. Не знаю, чуть не убил меня опять. Так-то лучше. Раньше с душой делали, а сейчас всяких мало. Погоди, погоди, тут очень важный файт. Но этот файт реально интересно тяжелый. Я использую все, что я могу. Все фласки и все-все подряд. Так у меня фласки закончились. Кстати. О, это было красиво. Ай. Да, блядь, ты заебал. Мне надо его заморозить и фласки заново заюзать, тогда я выиграю. О, нет. Так, фласки заново. Я дал, забей. Надо в инвизе поставить, пока он это делает. Я сейчас умру снова. Я не могу выиграть. У него очень большой урон сейчас. О нет, я даун ёбаный. Тихо, 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 тихо. Yes! Забузил! Перевращением имбалансным. Файт здесь тяжелый. Бля, прикинь этот файт драться, когда у тебя нету ничего. Нету ни стана, нету инвиза, нету превращения, ничего нету. Вторая стадия, это невозможно. Сдавайся. А, он мне подарил свой посох. Вот почему эта игра легкая в целом, потому что у тебя есть магия. Повторяюсь, в сотый раз. Представьте этот файт без всего. Это как? Ты на уровне Ордана был бы файт, если бы у тебя не было ничего. Без магии это, блядь, на уровне Ордана файт. Опять чел с фаской. Сейчас отвечу на над. Это еще что? Это мое новое оружие, я надеюсь. Оно на криты, я надеюсь. Сухожилия великой силы, материалы. Опа. Сталь с горы Кунь. Золотое сияние, заклинание. Избранный превращается в желтого луна, получает защиту от молнии и способность предугадывать действия врагов. Каждая атака наносит врагам урон молниями. Ну, можно потестить, но мне кажется, то превращение, которое у меня сейчас есть, оно прям имбалансное. С тем превращением, которое у меня сейчас есть, ничего не сравнится. Я даже без спыла заобузил его под конец. Я его заморозил, он не мог двигаться. Вообще имба какая-то. Так, ну посох мне не дали, на самом деле. Я получил заклинание, а не посох. Мне дали материалы на вот этот посох. О, да, вот, сталь с горы Кунь.
Мне дали одну штучку. То есть я могу посох с золотым луном собрать попозже. Но не сейчас. А нахрен мне он нужен? Только из-за большого урона? Тем более с ним нужно использовать стойку столпа. А есть смысл эти посохи крафтить, чтобы проверить, что дальше после них идет? Их, мне кажется, надо крафтить, чтобы посмотреть, что дальше. Так, наверное, все на этом. Пойду в вкус. Что там был за донат? Главный пидерс. Как относишься к нынешнему геймдеву? Ну, сейчас много хорошего есть в геймдеве на самом деле, но при этом моя главная претензия то, что... Вот не то, что сказал. Большинство проектов крепается для казуалов и неумных людей. Это само собой. Но главная претензия не в этом. Главная претензия в том, что выпускаются игры недоделанными. Вот в чем проблема. И их продолжают доделывать за деньги игроков, которые покупают недоделанную игру. Это самая главная претензия. Во всех играх постоянно все делается так, чтобы игроку было попроще в итоге. И эта игра — это отличный пример. Вот это конкретно. Добавили столько имбы, что пиздец. То есть, казалось бы, у тебя может быть геймплей прям тяжелый. Но у тебя столько имбы. Обилие приемов, которые я могу сделать, это вообще жесть. У меня есть артефакты, у меня есть духи. И просто оно все в принципе сильное. Сеты тут тоже достаточно сильные многие. Вот этот дух комбинируется с сетом нереально. То есть даже если просто убрать все спелы, даже то, что у меня сейчас есть, это уже достаточно сильно. А со спелами это вообще, ну... Тут надо создавать супердушных боссов, чтобы они могли мне противостоять хоть как-то. Вот этот босс именно не душный. Он не душный, он интересный. У него большое разнообразие различных атак. Он там местами быстрый, местами он затягивает атаку. Он двигается постоянно. Вот это реально пример хорошего соус-лайк босса. И которого невозможно передамажить, по сути. Но, учитывая, что у меня спелы есть, похуй. Спелы слишком имба. Ютубичи, пока. Вуконга так и не дропаем. Уяуин.